Знакомство театра «Кукол» с учащимися 40-й школы состоялось еще в конце прошлого года. Тогда ребята стали победителями масштабного конкурса «Новогодняя гирлянда». А в декабре этого года они приняли самое активное участие в творческой акции «Снеговик дружбы». Уже не первый год сотрудники театра «Кукол» готовят новогодние подарки для детей Луганска. В этот раз они вместе с руководством школы решили привлечь к этому и учащихся. Планировалось, что ребята должны сделать своими руками снеговиков. Правда, не обговаривалось, из чего именно они должны быть сделаны. Так в итоге и получилось, что ребята приготовили более 450 новогодних пряников. Разговор шел только о снеговиках, которые бы они сделали игрушки замечательные, как мы делали флажки. Я думал, что на этом дело-то и успокоится. Но видите, как важно подтолкнуть фантазию, а они придумали вот эту интересную историю с пряниками. И теперь их снеговики не только красивые и будут украшением, но они еще принесут сладость. Ребята не просто своими руками приготовили эти пряники, но и придумали настоящую новогоднюю историю, которую рассказали нам на презентации, прошедшей на малой сцене театра «Кукол». Но свое сердце для благотворительности открывают только самые избранные люди. Ведь иногда среди ежедневных забот нужно остановиться и вспомнить о тех людях, у кого случилась беда, и о тех, кому требуется помощь. Кстати, вот этого повара-снеговика тоже сделали ученики 40-й школы. Вместе с ним они готовили пряники и вместе с ним рассказали главный секрет своего рецепта. Хорошее настроение, добрые мысли, желание доставить радость и подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается. Я хочу пожелать детям Луганской Народной Республики, детям Украины, я хочу пожелать, чтобы все-таки они не так расстраивались. Потому что все-таки, знаете, это же детство. Я считаю, что все в скором времени будет хорошо. Я считаю, я хочу им пожелать всего самого наилучшего. Я хочу им пожелать, чтобы они отпраздновали этот праздник, Новый год, всего самого наилучшего. Скоро несколько сотен новогодних пряников вместе с искренними пожеланиями, частичками тепла и доброты, которые в них вложили дети, отправятся в Луганск, где в канун Нового года вместе с подарками, подготовленными сотрудниками театра, их передадут маленьким зрителям Луганского театра «Кукол». Это важно. И важно не только для детей Луганска, важно для наших детей. Понимаете, вот это вот сочувствие, сопереживание, оно очень-очень важно. Что могут еще дети лучше сделать? Чем мы можем удивить? Собрать деньги – это совсем не то. Когда они делали и знали, куда это пойдет, это очень-очень важно. Но веселый повар-снеговик останется в музее Рязанского театра «Кукол». И кто знает, может быть, когда-нибудь станет героем очередного доброго спектакля. Ведь театральное искусство учит детей доброте, сочувствию и взаимопомощи.